За 200 рублей в минус с единицы товара человек магнитогорский способен пересечь весь город. Интересно, что сделает человек, если он поймет, что с одного автомобильного стекла можно сэкономить от 500 рублей до 35 тысяч? И это место в аккурат напротив авторынка ЦГИА. И вот, заехав сюда по адресу Ленина 89/3, с Ленина заехать-то не удастся, я вам специально схему показал. То есть от центральной городской ярмарки поворачиваем, от авторынка центральной городской ярмарки поворачиваем направо и понимаем, что здесь какой-то своеобразный, вот, свой подход. То есть одновременно 4 автомобиля можно обслужить. Работают только клеем AGC. Наличие автомобильного стекла как дорогого, так и недорогого. Вот вам место, где вы легко, ну, в течение буквально 30, может быть, 50 минут поменяете свое автомобильное стекло и не будете дальше уже ездить как, ну, слепой котенок. Потому что разбитое стекло — это, ну, не только не пройденный техосмотр, это еще и просто неприятно. Ну а пока вы наблюдаете процесс установки, в котором главное — это железная дисциплина и аккуратность, я разжую принципы экономии. Итак, первое. Магнитка — город тормознутый, Челябинск — шустрый. Поэтому там раньше доехали до темы замены стекла. Естественно, чем город больше, тем выше конкуренция. А Боровтостекло на позиции лидера держит минимальные цены. Ну и раз это челябинский филиал, то цены здесь как в областном центре. И ниже на те самые 500 рублей, чем у магнитогорских конкурентов. Теперь откуда берутся тысячи? Да все очень просто. Здесь честно. Китай так Китай. Без запаривания под дорогое. То есть Китай стоит 3-4 тысячи. Отечественные оригинальные 7-8. Просто вам не подсунут то, что подешевле по цене дорогого. И для распальцованных владельцев новых автомобилей. Вы, конечно, неимоверно круты, но и глупы. Крутизна и распальцованность заканчивается при первом ДТП, и каска не панацея. В оконцовке вам еще и цены впарят на запчасти дилер. Но ведь может так случиться, что в дефектовке от дилера цена стекла оригинального будет и 1050. А Боровтостекло привезет либо бор, либо другое за 7-8, а может и за 3. То есть экономия получится в каске на следующий год, либо в половину его, ну если это крутой, типа джип. При этом ни один слесарь дилерского центра, к которому вы привязаны по гарантии, разницы в стекле-то и не заметит. Да потому что чаще здесь ставят стекло качественнее, чем на конвейере. И с... Гарантию мы даем, как положено, один год на нашу работу. На стекло дает гарантию завод-производитель. И там, как правило, бессрочная гарантия на что? Помутнение стекла, растрифлексация стекла. То есть вот на эти вещи завод-изготовитель дает гарантию. Наши установщики проводят каждый год сертификацию, повышают квалификацию. Это плановое обучение производится. И поэтому мы как бы в этом году не приняли ни одной претензии на качество вклейки. Не было у нас такого. Ну и место расположения, все-таки центр города, удобно. Вы знаете, да, то есть мы долго искали вот это, именно такое место, чтобы и с Ленинского района можно было приехать, где-то посередине города было, и с новых кварталов. И поэтому сегодня то, что вот мы находимся здесь, поставили указатели. Понятно, что место не на Красной улице, или как там называется, на проходных, скажем, наших автомагистралях находится, но его достаточно просто найти, и очень людям удобно. Тем более, что здесь одновременно можно 4 автомобиля закатить. Да, мы сейчас так и делаем, потому что уже как бы пришло время, люди меняют, техосмотры проходят, меняют стекла. И здесь, кроме того, что мы, скажем, меняем стекло, одновременно идет и монтаж автосигнализации, одновременно идет и тонировка автостекол. Поэтому это позволяет нам сразу по 4 машины одновременно делать. И для уяснения местоположения мой маленький шедевр. Куда, собственно, ехать? В центре места, извините, чем центральная городская ярмарка и ее авторынок придумать не получается. Итак, с улицы Марджани заезд мимо ФОКа, ринг магнитки, и приезжаем за автомобильным стеклом. Мы поставили одну большую задачу. Поменять стекло на автомобиль Jeep Compass. Какие круглые были глаза и какие сроки нам рисовали. Потому что, ну что же, это же американец. Стекло будет ехать 2-3 недели. А здесь предложили два варианта. Недорогое китайское, но мы остановились на достаточно дорогом, оригинальном AGC-шном. И через неделю нам его доставили и установили. 20-летний опыт работы. Вот что это такое. Боровское автомобильное стекло, которое располагается сегодня здесь, на улице Ленина 89/3. Ну, до Ленина где-то 400 метров.
Поэтому заезжаем с авторынка центральной городской ярмарки, поворачиваем направо, мимо ФОКа, и вот сюда проезжаем. И здесь покупаем себе стекло по кошельку, которое вам поставят на 5.